И о наступающих праздниках. 1 мая, в день весны и труда, все желающие смогут принять участие в демонстрациях. В 10 утра от Парка Мира на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина колонной двинутся к центру города ярославские профсоюзы и единороссы. Часом позже тем же маршрутом отправятся представители КПРФ. В этот день во всех парках Ярославля состоятся праздничные программы. Ну а какие планы на 1 мая у самих горожан, съемочная группа городского телеканала решила выяснить на улицах Ярославля. Как водится, большая часть предпочитает отмечать праздник весны и труда на своих дачных участках. Но были и другие ответы. Кругу семьи. Планов много, конечно. И дачный участок, и здесь с детьми гулять можно, в парк пойти, на аттракционы. В Тулу, в гости. Да. Потом будем вместе там отмечать 1 мая. Скорее всего, это будут шашлыки. Больше вариантов нет. Но погода отличная. Дома, на даче с родителями. Шашлыки, праздники, соответственно, да, в семье, скорее всего. Планов гулять нет. Будем. Гулять, скорее всего, пойдем. Будем заниматься своими делами. Если освободится время, то будем, пойдем гулять. Гулять будем. На даче еще рановато, еще прохладно. Вести здоровый образ жизни. Вы, наверное, видите, да, то, что мы пропагандируем здоровый образ жизни. Хотим преобразить Россию. Сложный вопрос. Сложный? Да, но обычные домашние дела. Ну, на дачу съездить. Все.